Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. Show us up, I've been down and out, but look, keep it a buck, I don't always been one up on. Малая, челюсть не потеряй. They all in the field. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with. Ого, ничего себе ты модный! Это в честь чего? Да так, просто. Решил немного стиль сменить. Так, дети, девочки? Алло, вы где? Мы скоро выходим, все, мне некогда. И что дальше? Ну, мы встретились в парке, гуляли. И все, домой хоть провел? Нет, да он вообще какой-то странный, больше не буду с ним гулять. Ты так никогда парня не найдешь. Да, у них у всех свои странности. Ну да, он же не Денис. Даш, ну я же объясняла, я его просто поцеловала в щечку, по-дружески. Ладно, проехали, давайте выходить уже. Сейчас уже выходят, сказали. Вот. Это что? Журнал моды. Да я понял. Зачем? Тут есть статья, как правильно одеваться и подбирать вещи. О нет. Как по мне, пацанам этим точно не надо заниматься. А я вот с тобой не согласен. Если мы пацаны, то ты не знаешь, что мы должны одеваться, как попало. Макс, 21 век, стандарты меняются. Да ну. Мы же не в каменном веке, когда люди вообще одежду не носили. Надо быть ярким, чтобы все обращали внимание. Ну и зачем это? Не знаю, просто прикольно. А я вот с удовольствием прочитаю эту статью. Ладно, раз вы говорите, что это нормально. Я вот помню, как меня Сава первый раз на свидание приглашал. Так, мило! Мило! Я рядом стояла и все слышала. Я в один момент подумала, что он сознание потеряет. Не, мой Денис как-то поувереннее был. А мне вот вообще не везет. Ну ничего, подожди, и все нормально будет. Привет, а где девочки? А себе в класс пошли. Ладно, я тогда пойду, зайду на перемене. Что это вы там читаете? Денис, журнал принес! А вам это зачем? Как это? 21 век, надо уметь одеваться современно и модно. Ого, это вообще наши мальчики? Не знаю, вроде они. А вы зря смеетесь, вам бы тоже не помешало об этом немного почитать. Да, вот, например, Виолетта. А что Виолетта? Ну сразу же видно, что эта кофта не подходит к этим джинсам. Оверсайз сейчас не в моде. Ты на себя посмотри сначала. А что я? Завтра приду в школу совсем другим человеком. Не только он! Привет, Денис! Ничего себе! Ты где такой лук взял? Да у себя дома порылся, нашел. Ты ДЗ сделал? Нет. Так и знал. На, держи, списывай быстрее. Спасибо. А что это ты так решил приодеться? Да я пока сидел в парикмахерской в очереди, решил журнальчик почитать. Почитать журнальчик? Денис, ты не заболел? Нет. Между прочим, там много интересной информации. Вот теперь всегда буду так ходить. Я только за. Все будут завидовать, что у меня такой парень крутой. Да, вот только вам бы тоже не помешало почитать этот журнальчик. А нам зачем? Ну есть у вас пару пробелов во вкусе. У нас? Да, у вас. А что тебе не нравится во мне? Мы как-то не так одеваемся. Мне все нравится, но я бы не одевал это худи под эти штаны. А что не так с этим худи? Ну, во-первых, сейчас уже так не модно, а во-вторых, какой-то слишком яркий контраст. Ты посмотри, нашелся тут знаток. То есть я, по-твоему, одеваюсь как бабушка? Ну, я такого не говорил. Просто надо поменять пару моментов. Так, Сава, я тебе предлагаю сейчас остановиться, пока ты ничего лишнего не наговорил. А что я не так сделал? Я все по делу говорю? Как здесь написано. Ну вот и встречайся со своим журналом. Зря вы так. Лучше бы послушали нас. Сава, последний раз предупреждаю. Все, молчу. Не, ну ты это слышала? Как же он меня взбесил. Кто взбесил? Денис. Дайте угадаю, вы не так одеваетесь. Да, а ты откуда узнала? Нам мальчики только что тоже модный приговор устроили. Им Денис дал почитать какой-то модный журнал. Тоже мне нашлись модники. Да что они вообще понимают? Так они еще с такой уверенностью говорят.
Я вот с Максом вообще говорить не буду, пока он не извинится. Я с Савой тоже. И я с Денисом. А я с ними со всеми. Я им так и говорю, а они, ой, что ты понимаешь, бе-бе-бе-бе-бе. Ева с Виолеттой тоже. Мы им совет дали, а они сразу обижаться. Девочки, что с них взять? Никогда не слушают. Ладно, пойду готовиться к уроку. После школы по магазинам. Я, кстати, себе прикинул уже, что хочу купить. Хорошо, после урока встретимся. Что не так? Вроде все подходит. Таш, да не парься ты. Сейчас переживай за этих мальчиков, как ты оделась. Начитались сами, не понимая, что, и выделаются. Ладно, пойдем готовиться к уроку. Макс, ну что ты такое говоришь? Как эти туфли могут подойти под эти штаны? Ладно, тут согласен. Но вот эта рубашка точно подойдет женская. Не могу не согласиться. Они что, головой ударились? Вообще уже с ума сошли. Мне как-то аж не по себе. Мне тоже. Это как-то слишком далеко заходит. Будем встречаться не с мальчиками, а с манекенами. Девочки, дайте контрольшу списать. Я с тобой не разговариваю. Списываю со своих журналов, модник. Да чё, вы обиделись или чё? Нет, мы просто не слишком модные, чтобы с тобой общаться. Где были это, Зе? Да. Тогда всем до завтра. Наконец-то домой. Ну что, вы идете, а то все магазины закроются. Да, уже бежим. Вы идете шопиться? Ну да. Все, мы их потеряли. Это капец, они пошли по магазинам. Нет, это конечно круто, что они хотят выглядеть стильно, но нас пускай не трогают. Макс раньше вообще одевался только в спортмагазинах. Девочки, а может они все-таки правы? Не знаю, как по мне, мы одеваемся нормально. Это они не разбираются. Если бы мне кто-то сказал, что Макс меня будет учить, как правильно одеваться, я бы ему в лицо посмеялась. Я даже не знала, что в магазине можно найти столько крутых вещей. Да, круто пошопились. Завтра придем в школу, девочки поймут, что были неправы. Ну а пока что можно фифу. Ладно, я пойду уже, дизайн нужно делать. Да, мне тоже. Я с вами, чтобы не скучно было с тобой домой идти. Пока, Лео. Пока, девочки. Так, спать хочу. Не выспалась? Нет, всю ночь ворочалась, не могла уснуть. Плохие сны? Гром. А, ну да, точно. Привет. Ну что, наши модники еще не приходили? Или они в магазине застряли? Да нет, еще не было. Сейчас придут. У Макса новый спортивный костюм, а у Савы кофта. Сами не умеют нормально одеваться, а нас учить будут. Девочки, хватит, может, только и говорите о них. Да бесит. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, keep it a buck, I don't. Always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time cause they all. Малая, челюсть не потеряй. Ain't notice the vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs, and we walk in the building. We getting money, yeah, they think that we dealing. They talking hot, yeah, but they are winning. And we won't stop. Макс, это... Знаю, знаю, не надо. Ничего себе, они красавчики. Была не права, они что-то понимают. Отбат. Девочки, вы еще долго будете на нас таращиться? Девочки, вы на урок идете? Идем. Мальчики, ну вы прям красавчики. Спасибо. Сава, может сегодня в кино? Ева, прости, но нет. Почему? Девочки, пока вы не поменяете свой стиль, никаких свиданий. Это еще что такое? Ну посмотрите на нас! Сразу видно, что мы успешные, перспективные парни. А, то есть вам стыдно с нами куда-то ходить? Почему сразу стыдно? Просто вы серые мышки на нашем фоне. Серые мышки? Макс, ты не офигел такое говорить? Не слишком ли много вы на себя берете? Да нет, вроде. Просто поймите, нам нужны птицы нашего полета, а вы немножко ниже летаете. Макс, да ты... Ого, птицы! Да я! Виолетта, да я это миллион раз слышал. Мальчики, вы палку-то не перегибайте. Мы все по делу говорим. Я не знаю, кто там палку перегибает. Раз так, хорошо. Пойдем, Виолетта.
страшного, подождет урок. Есть дела поважнее. Какое? Нужно доказать мальчикам, что не такие уж они и деловые. Делаем макияж, одеваем лучшие платья. И уделаем их и их самовлюбленное эго. Такой план мне нравится. За работу. Выбирайте. Здесь есть платье на любой вкус. Блин, класс, какой же мне взять? А почему это ты первая? Я тоже хочу первая выбирать. Так, стоп, первая буду я. Да, буду первая. Девочки, вы же из-за платья поругаетесь. Так, девочки, сейчас будем мерить. Ну что, девочки, разбираем туфли. Осталось только сделать макияж. Куда они с урока сбежали? Не знаю. А что с девочками? Странные какие-то. Да вот мы сами не знаем, убежали куда-то. Мне уже не терпится увидеть лицо этих мальчиков. Мы точно их уделаем? Естественно. Без вариантов. Ну где девочки? Скоро урок начнется. Может, им позвоним? Давай. А они языки проглотили. Конечно, таких красоток увидели. Ого, ничего себе. И не говори. А они всегда такие красивые были. Пацаны, я, по-моему, только что ангела увидел. А я аж четверых. Вот это красотки. Виолетта, может, сегодня вечерком погуляем? Даша, может, сегодня в ресторан? Кино, говоришь? Ага. Нет. Почему? Мы с вами никуда не пойдем. А что не так? Ну, как бы вам сказать? Вы птицы не нашего полета. Вы из-за этого обиделись? Да это им так, ерунду ляпнул. Это же Сава, вечно говорит что-то непонятное. А я такого вообще не говорил. А как же, что мы безвкусно одеваемся? Да нет, вообще даже нормально. Вы у нас самые красивые. Одевайтесь, вообще супер. И что, Денис, уже я не серая мышка? Нет. Короче, пацаны, знаете, мы тут подумали. Мы такие красивые. Вы нам больше не нужны. Мы себе найдем новых парней нашего полета. А вы и дальше читайте свои журнальчики. Вы видели их лица? Это мы их уделали. Зато теперь не буду говорить всякую ерунду. Какие мы неправильные. А у нас хоть раз что-то хорошо кончится может? Не знаю. Скорее всего нет. Раз такое дело, может в кафе похвастаемся нарядами? Я за. Дай мы не против.